Доброе утро, ребята. Доброе утро. Вот туманчик у нас. Немножечко вот. Всем удачного просыпания на работу. Сколько у нас тут? Опа-на. Ноль градусов. И куртка холодная на веранде висела. Ноль. Ну да, вон изморозь. О, вот так вот. Ну небо чистое, в принципе. Вот туман какой. Значит, дождя не будет. Извините, еще не выспался. У меня просил кто-то туман снять на речке. Вот сейчас пойду еще часочек посплю. Надо к 9 часам в поликлинику и в больницу ехать. Снимок отдай. Ну, мы сегодня уже топили. Жарковатенько. Что-то мы сильно поставили. И Лиска вышла со мной. Варя, а ты что? А где твой друг? Спит, наверное, спит. Еще я тут видел, маленький утенок плавает, махонький такой вот. Вот такой вот. Это не поздние какие-то. Вот такой вот туман. На рыбалку сейчас ехать бесполезно, она не клюется. Что, Варюшка, что? Что, девочка? Ох, как они тут, этого нету. Митяя нет. Я потом сниму, как они тут по дереву поэтому гасают. Ужас какой-то, с такой скоростью. Вот туманчик у нас. Пойдем, а то близко замерзнет. Там туманчик, везде туманчик. Лиза, ты уже там. Давай, пошли домой. Сейчас вся мокрая будешь. Давай. Чебурашка. Там он вдалеке тоже туманчик. А там уже нет тумана. Ах, там солнышко уже, наверное, посветило. Давайте, живность. Лиза, давай вперед, пошли. Ой, тетя, побежи. Варя, ты гоняй. Всем привет, наши дорогие. Всем большой привет из мокрого. В мокром похолодало. Колотун бабай пришел. Холодно, сейчас всего 5 градусов. Мы едем. Ой, блин, едем. Фу, забыла, надо отвезти нам снимки. Хорошо, что вот вам хотела рассказать и вспомнила. Едем отвезти снимки. Да нет, вот не взяла. Ну, сейчас пойду.
едем отвезти снимки в поликлинику, потому что вчера сделала рентген. Вот. А сегодня будут отправлять в Киров на описание. И она попросила, говорит, принесите старые снимки свои. Ну, послеоперационные только, когда только первый раз сделали. Ой, хорошо вспомнила. А то пришлось бы возвращаться. А они около 10 уже отправляют снимки. Надо успеть. Так, главное... О, кучу пакетов не забыла взять. А про снимки забыла. Заедем еще на рынок. Хочу взять баклажанчиков, пока есть. Лешек выкосил тут вчера. Ой, вот такой теперь мой садик. Лысенький, голенький. Не, ну не голенький. Лешек. А я уже по-папа. Па-па-па. Боярышник, ребята, уже есть спеленькие. Ой, сейчас открою. Спеленькие эти ягодки. Да, да, уже вон начинает изредка сыпаться. Лешек тоже выкосил здесь. Вот. Чтобы потом было хорошо выгребунькать. Выгребунькать будем. Поехали, поехали. Лешек в новой кепке. Блин какой-то. Красавчик, блин какой-то. Ну а что, все перемерил, а они все как блины. Вот шьют, лишь бы пошить. Туйки мои какие вот. Поднялись. Вот. Видите, теперь их видно. Траву скосили, теперь их видно. Ничего, поднимутся. Ладно, едем. Приехали на рынок, ребята, уже все мы купили. Да, оно там висит постоянно, новогодние подарки. Все уже мы купили, вот, подошли, спросили за кухни. Кухни, вот плохо, что у нас только по четвергам. Вот они приехали, у них сегодня нет времени, сегодня у них заказы. Вот, а на следующий четверг они приедут к нам и замеряют уже кухню. Вот, замерщик будет. Дальше просили нас показать, не показать, а узнать про отель, потому что люди хотят приехать в Бедлицу посмотреть дома. Вот, вот такой вот у нас отель. Телефон, а я оставлю телефон. Если кто захочет ехать, пожалуйста. Вот. И кафе здесь, и покушать можно. Вот, и отель, можно пожить. Не знаю, сколько стоит. Интересно, сейчас зайду, спрошу. Даже. Как здесь красиво. Ага. Здравствуйте. А скажите, вы вот про отель в курсе? Как там, может заказать проживание или... Сколько стоит? 1200 сутки, да? Комната. Или с одного человека? 1200 с одного человека, да? Ага. Хорошо, потому что меня спрашивают, люди хотят приехать. Люди хотят приехать посмотреть дома. И надо где-то остановиться. Хорошо. Спасибо. Вот так. Очень красиво. Есть и покушать, и пожить. 1200 человека. Ну, отель новый, все чисто, все. Как бы видели, какой там порядочек, вот даже в кафешке. Очень красиво. Лешек мой ходит. Так что, ну, я думаю... Как вот просто людям найти потом этот отель? У светофора. Вот, если приедут, вот светофор и вот отель.
отель и... Ну, я думаю, их могут встретить. Хозяева отеля будут заселять же, да, и могут встретить запросто. Это они уже договорятся по телефону. Здрасте. Здрасте. О, какой трактор. Такой маленький, а столько везет. Да, прикольно. Уже курочек продают у нас вон. Ну, курочек нам не надо. Вот. А мы еще хотим пройтись здесь по рынку. Никого нет. Никого нет. Пойдем на красный. О, Викторович. А, Викторович, ага. Вон, курочки какие. Беленькие и рябенькие. Какую тебе жидкость? Для косы. А, для косы? О, халаты великаны. 350 рублей. Вот. Ладно, пойду сейчас пороюсь. Что здесь, посмотрю. Все роются, и я пороюсь. Все по 350. Трусы 50 рублей. Вот. Все, на столе все по 150. Ну, ребята, все такое убогое. Не. Не, это не нам. Ладно, Лешик. Я посмотрела, успокоилась. Да. Здесь для меня ничего нету. Вот. А, вот там, ну пойдем. Пойдем сюда, ну да. Вот. Надо еще нам с Лешиком курточки посмотреть. Серёга, такую хотели купить. Такую машину? Да, за 60 тысяч. Это что за машина? А, Лада? Да. Лада, Лада. Выпускное обслуживание. 60 тысяч? Да. Это что ж там такое было? Ну все, все, классно, все. Да? И потом бах, кризис, блин, они отказались продавать. Вот так. Собачь. А я как сказал, менты. А, ну это давно-давно? Да. Так я сказал, менты налетели. Давай, 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 продай где, продай где. Вот наш отель. Мы хотели бизнес вот сделать. Такой вот. Бизнес хотели сделать. Видишь, кризис дал, он отказался продавать. Спрашивала у меня, вспомнила, кто спрашивал. Богиня. Богиня. Такой ник. Никнейм богиня. Ее знакомые хотят приехать посмотреть дома в Бетлицу. Вот. Ну, пускай приезжают. Скоро, ребята, наверное, Бетлица вырастет, станет областным центром. Ага. Благодаря нам. Ага. Понаедут сюда все. Вот, разрастется наша Бетлица, наша мокрая. А наша мокрая станет этим районным центром. А что там делать в этой Москве? А что там в этой Москве делать, да? Суета, шум. Зачем это? Так, ничего нам больше. Так, наша машинка. Да вроде ничего, Лешек. Вроде ничего. Если надо будет, что, приедем, а что делать? А так, вроде все мы взяли, что записывали. Все, погнали. Погнали. Все, едем домой. Все, смотрите, ребята, деревья уже желтые. Березки, ольха. Клен вообще он желтый, а наш не желтеет. Ох, какая тетка, на какой машинке. Порше. Порше? Хорошо. Ладно, едем домой.
Классно. Тепло. Тепло, ага. Лёшек замерз. Лёшек мерзнет. Вроде одетый Лёшек. Курточку одел. Нам надо еще с Лёшиком приодеться, купить по курточке. Лёшику нужна зимняя куртка, и мне тоже зимняя куртка нужна. Или куртка, или пальто, или что-нибудь такое. Не знаю. Кого-то подвезем сейчас. О! Наша знакомая. Приехали. Варюшка уже тут как тут. Варя, мы не с рыбалки, Варя. Так, набрали баклажанчиков. В общем, будет салат. Но не сегодня. Лук. Будет салат. Все, что купили, ребята. Хлебушек. Вот такой батон. 30, 32 или 34 рубля. Батон 32 или 34, Лешек? 34 рубля. А вот. И вот такой хлеб. Взяла попробовать. Белорусский домочай литовский, темный. Вот такой хлебушек 100 рублей. Ну здесь, конечно, здесь 800 грамм, а здесь 320 граммов. Если посчитать, то этот не намного дороже выходит, чем батон. Вот. Сейчас попробую. И пудру вот такую, сахарная пудра. Сахарная пудра по 60 рублей. 200 граммов, 60 рублей. Вот, тоже. Это что? Так, изготовитель. Не, это не белорусская. Я думала, белорусская. Потому что у белорусов покупали. Вот. Такая пудра. Взяла две штучки. Потому что вечно она мне кончается. И я забываю ее купить. Вот. А вчера испекла пирог. Вот он. И хотела посыпать пудрой, а пудры нету. Вот так. Ну и ладно. Уже сколько слопали пирога. Ну, завтракали. В общем, ребята, мы только приехали. Ну и собрались опять ехать. Поедем в Киров. Надо везти Лешика. Потому что с глазом у него глаз не проходит. Капали мы, капали. Вроде получше стало. И опять вот. Вот, поэтому едем сейчас в Киров к доктору. Сейчас поедем к Лене с Олегом. Вот. Лена, она начинающий водитель. Как бы просила, чтобы с ней, ну, ей надо поводить. Надо, чтобы рядом сидел кто-то, ну, из опытных водителей, конечно. Ну, Лёшик у нас уже, можно сказать, опытный. Да. Так что, ну, Лены тоже там надо в Киров. Поедем. В общем, везем Лёшика к доктору. Я заглянула ему в глазик, а там у него такой, как прыщик, прям не на веке, а на самом глазу. Вот. Попробовала его так вот, потрогала тампончиком этим ватной палочкой. Вот. Но он, я сама ничего не смогу делать, нужен специалист. Едем спасать Лешика. В общем, все дела отставили. Ну да, и ночью, говорит, мучился, глаз болел, не спал. Надо было с самого утра поехать. Ну, ладно, едем.
что-то с Лёшком там делают. Жду его. Что рассказать? Полечили Лёшика. Полечили. Что тебе делали там, Лёшик? Заморозку сначала. Да? Закапывали, да. Потом вот еще раз глазик, капнули. Покажи глазик. Красный. Потом еще капнули и... Я не чувствовал, как она его удалила. Да? Ну, наверное, замороженный. А-а-а. Дали буковки почитать. А, ну? Этим глазом лучше видно, чем этим. Ну, сколько? Рядов 5, больше не вижу, все. Да? Ну-ка. Да, 5 рядов. Вот надо провериться, зрение еще нам с тобой надо проверить. Там он приезжают специалисты. Очки нельзя носить. Чем быстрее ты их одеваешь, тем хуже у тебя будет зрение. Но если у тебя зрение портится, и ты не одеваешь очки, оно тоже будет быстрее портиться, Лешик. Я в очках не могу ходить. Я не надеваю, и все, теряется. Я в этих тоже одеваю. Потому что это у тебя очки для чтения. Да не, зачем они мне? Я вдаль вижу хорошо. Есть дальнозоркость и близорукость. Я вдаль хорошо вижу. А близорукость? Вот у тебя дальнозоркость. Я еще... А близорукость? Я еще опарыша на крючок насаживаю. Ну понятно. Ладно. А эти он уже ходит в очках. Ладно. Лешик кайфует. Пьют кофе из такого стакана. Лешик, покажи стакан. Нам кофе налили в такой стакан. Лешик где-то нашел. Ну, там кафешка. Там и посидеть можно, покушать. Да? Ну, там также столов полно, музыка. Одинокий скрипач. Ребята пошли по делам, то они нас ждали, теперь мы их ждем. Вот. Пойди выйти. Да вон у магазина урна есть, Лешик. Куда ты пошел? За угол выбросить. Здесь магазинчик вот такой вот. Холодно. Морозно. Что-то резко прям осень. Да, прям как-то... Как будто ноябрь. Ну, я думаю, в октябре еще будет тепло, Леша. Мне все-таки так хочется, чтобы еще было тепло. Думай, ты главное думай. Думай? Думай, чтобы будет тепло. А. Ничего. Главное, у нас дома тепло, Лешик. Да. Вот. Ладно. Приехали, ребята, мы наездились. Весь день прокатались. То по нашим делам, то ребята по делам. И так вот ездили. Соскучились по нашему мокрому. Что? Илиска по нам соскучилась. Да. Весь день сидела дома. Закрытая. Что? Да, сама сидела. Одна дома, да? Одна дома. Лешик пошел котов кормить сразу. Курочек сейчас еще надо покормить. Ладно, все, пошли. Раздеваться. Они все лазят в банку. А.